Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Сегодня у нас чумовое блюдо. Я как number one ром на операторе. Топ геймер in the world. Дон Симон отдыхает. Вон Симон Капканыч. Душой и телом. Точно. Сейчас. Уважаемые зрители, желайте больше неизданных роликов, да, и изданных тоже. Ставьте классы, пишите комментарии больше 4 слов и подписывайтесь, поскольку сколько ни говори, а смотрят больше 38% без подписки. Если кто-то все пропустил или недавно на канале все записи стримов и ролики без цензуры, в общем, все-все-все, на Boosty, ссылка в описании в закрепленном комментарии. Приятного просмотра, обнял, обмял. Началось. Вот там, блядь, трэш кухни. Ну, блин. Ладно, но этого хватит все равно. Ничего страшного, прорвемся. Горячее, блядь, кипит. Смотри, яйцо-то, блядь, загорается. Бля, выключи быстрее. А то и испортится. Минус утки. Или курочки. А да. Это что мы будем на хрючево какое-то. Атомное хрючево. Так, ну есть какие-то догадки у кого-то? Яичница? Варить яичницу будет? Не совсем. Это яйцо пашот будет. Гамшот? Гамшот, как топ-геймер любит. Есть. Так. Кстати, последнее время бабы сперму не сглатывают, говорят, горькая. Интересно, чем это связано? Образ жизни. Блин, ну жесткая хуйня. Пиво, кстати, пиво горечь сперме дает. Они, да? Пиво, сигареты. Ну, а, все, да, все. Мне тоже такое говорили. Там, типа, если есть сладкое, там, фрукты, все дела, то заебись. А если, типа, пиво пить, там... Можно даже в сок добавлять. Так. Да, я, конечно, алмазно все сделал, просто идеально. Ну, на самом деле, это, чтобы почему-то понимали, мы будем пить и голос. Хикан, а где микрофон? Я его не закрою случайно? Нет, ты не закроешь, потому что он впереди. Затми Баскова. Бля, ну навряд ли это кто-то будет есть. Не, нормально, сейчас сделаем. Я так, попробую. Потом все уберем. Так, получилось, сколько у нас яиц? Давайте посмотрим. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так. Обосраться. Сейчас, 13 яиц. Аккуратно смотри, не горячие. Да. Блин. Ух ты, прикинь. Нагая, блядь. Сейчас все сделаем. Нагая. Прорвемся. А давай вилки дам. Так. Потом надо будет почистить или Дону Симону новую проще будет купить. Так, муэстро чистил вилкой сортир. У этого, у как его, блядь? Смотри, он сейчас расплавится, блядь. Кирилл. Он расплавится аккуратно. Так, ща. Бля, слушайте, там... Кирилл, вот белок, блядь. Вот что будет. Давай. Сейчас я тут Симон, ой, тут Симон говорю. Геймер, все, пожалуйста. Так, в итоге, дорогие друзья, что мы делаем? Так, все, сардельки есть, все есть. Теперь мы просто разворачиваем все данные с сосиской. Блядь. Ну ничего, почистим. Ее надо промыть, блядь, как-то ее. Ну промоем, не трогаем. Да, конечно. А сосиски какие? Молочные. Мне в свое время крепышок сосиски заходили. Дайте салфетку. Топ-геймер, вы видели обзор на три поросенка от известного одного греческого философа? Не знаю. Философа? Бэтвульф, вот такой в казике. А как он с Грецией связан? Нет, три поросенка, в смысле, от данного Урбана, у которого, как ее, дорожка уже в Афинах. Кстати, есть какие-то новости, топ-геймер? Мне кажется, он же победняется, сучка. Что у нее там денег нету, блядь, всей хуйни. А то, что у него интернета не было там что-то долго. Да, пиздит он, и зашугали его, зашугали, какие в России, блядь, зашугали, что он бежал. Может быть, мы его увидим... Потом на Гавайях каких-нибудь. А ты видел, что сейчас происходит с ним? Савельевым. Он аж на дверь записки ставит. Чтобы не беспокоили? К нему дофига курьеров отправляют. И говорят, Влад, скажи по-русски, Влад, выходи. Uh-huh. Повторяет, Влад, вы выходи. Вы же снимаете мужчина, так сказать. Да. Выходи, Владик. Помхе, блядь. Топ-геймер, так вы же за этим стоите, правильно? Да, и за нападением тоже, блядь. Не спрашиваешь, я тоже был в тот же самый день, в тот же самый вечер в салоне. Что это такое вообще? Так,
Ребята, сейчас, конечно, я понимаю, что это все очень странно выглядит, но это надо сейчас все дико перемешать. На каком сайте ты рецепт такой? Или... Это авторский. Как кофе авторское там в кофейнях есть. Там. Савельона он украл рецепт. Ух, Топ-геймер, как же я скучаю по столовой в Звенигороде. По той самой там, где музей Любови Орловой. Там была лучшая столовая. Лучшая. Блядь, я не был там? Нет, музей Любови Орловой, там в Звенигороде, забыл адрес. Мы там постоянно же тусовали. В Звенигороде, вы что? В Звенигороде столовка внизу, которая там. Я не помню, я помню, там рядом музей Любови Орловой. Блинная? Там и блинная. Не-не-не-не. Там, короче, мы заходим туда, а там всякие актеры на стенах. Ну вот как тут, только другие актеры советские. Бля. Ваша чебуречная какая-нибудь? Не, потом покажу. Так, ребята, смотрите, мы все размешали. Теперь надо включить печку, тут главное. Ух ты. Сейчас. Блять, надо бы почистить, наверное. Яишенка на яишенка. Сделаем. Сделаем. И ждем. Ждем до полной готовности. Семен, как тебе? Полная готовность это сколько? 10 минут? Ну, пока не запахнет уже чем-то. Запахнет чем-то. Весной. Хавкой, блядь. Надо еще туда специи, блядь. Блять, ну выглядит жестко, пиздос. Ну так, а что ты хотел? Все по чесноку. Мы же в нижнем интернете. Бро Макс. Такой бы отказался есть. Может, это его рецепт? Нет. Никакой... Блядь, слушайте, видите, что там? Нормально. Так должно быть. Мы, скорее всего, тут это, блядь, ты не понял. Дымится. Она дымится. Я говорю, надо было сначала очистить, мне кажется. Да нормально. Что ты, все идет по плану. Мы все как-то живем, они едим нормально. Ну, пованивает чуть-чуть, ну, бывает. Блин, как ты додумался до этого кастрюлю взять и крюки? Чёрт, сейчас оно... Кастрюля, я так понимаю, все в один этот... Одноразовый, да, считаешь? Да нет, нормально, сейчас все будет. Ну, что вы, ребят? Ой, ёб твою мать, как завоняло. Я чуть приоткрыл. Блять, еще валяются тут, пиздец, яйца. Да я чувствую, все отлично, все путем. Так и должно быть? Все как надо. И вокруг тоже должны валяться. На кухне. Яйца валяются, люди валяются, все нормально. Ну сейчас еще не взялось просто. Сейчас не схватили. Сейчас еще дайте. Готовка это. Блин, как это называется? Контраст. Блядь. Контраст. Дым валит. Блять, так и должно быть, точно, ребят? Точно так и должно быть. По-моему, костер развели тут, блядь. Бля, держите воду на готовке. Не дай бог, что-то, блядь. Пиздец, блядь, пионерлагерь, блядь, какой-то. Нет, что он дымит, собственно, потому что там, так сказать, в этих спиралях немного яиц, так сказать. Ёхуй мать. Да нормально, что-то в чатку тишет. Яйца на яйца. Дураки. Бля, я такого еще не видел. Семен, будешь пробовать? Мадонна Симона, да, ну, пожалуйста. Курт, вы можете накинуть Мадонна Симона? Да. Да. Ёб твою мать. Сейчас, мы выпили, сейчас. Да. Ну, все равно. Можете это, можете красную. Сейчас, уже схватится, сейчас, скоро. Блять, там огонь горит. Ёб твою мать. Ой, смотри, блядь. Не-не, давай. Включай нахуй. Блять, Хикан приехал с рецептом, блять. Называется студия. Студия жареная. Сейчас, ничего, сейчас разберемся, сейчас почистим, сейчас. Ну зато не скучно видео будет. Так, сейчас. Но это точно Гордон Рамзи, блядь. Сейчас, но мне уже 5 звезд, уже близко. Уже четвертая, да, пошла? Да. Ёб, там внутри второе блюдо готово сразу. И Ивлев уже рецензию. Мужчина, поближе, если можно. Но тут чуть-чуть угли, чуть-чуть, вот.
Они, собственно, и давали такой эффект жанр. Специальный. Как будто на углях, да, сделал? Да, да, да. То есть это все специально. Это так и было, я же говорю, все идет по аромату. Блин, просто я же говорю, яйца вот эти немножечко тут застряли, и они выгорают. Там скорлупа, я так понял, горит. Да, 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 да. Ну, маленечко, да, загорелось. Ну ничего, это рабочий момент, ребята, так оно и должно быть. Не переживайте. Ебать. Чё? Ебать. А что ж? Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Что? Серёга, ты хуёво делал. Он на бутылке это сказал. Вон, на Серёге на чё куртку накрыть надо. Да ладно, рабочие моменты. Рабочие моменты. Работаем, работаем. Я не могу, блядь. Ну, зато меня в повара никто не возьмет уже. Думаю, что возьмут. Поздно идти в путягу, да? Повар-кондитер. Там Серега встал и бутылки говорит, что ты хочешь. Блядь, крезин... Блять, прожглась. Давай чуть-чуть, то по работе. Блять, я не могу, мне плохо. Не, просто тут всему новую просто купим, да и все. Но это догорает просто уже, все остатки. Да, все, видишь, уже практически ничего нет. Не, ну дамы и господа, еще раз, это рабочие моменты. Все нормально, все под контролем. Сейчас потом. Ты слишком сильно просто огонь ставишь. А мы даже не посолили, да, это? Да, мы же не в Питере. Сейчас, сейчас. Или в Ярославле. Будьте здоровы. Да, блядь. Не, ну смотри, уже взялось. Вон, видишь, на дне уже все. Видишь? Ёпта, а до верха как дойти? Ну, до верха сам до себя дойдет. Так, сейчас посолим. Еще надо, конечно, приготовиться. Ну, чуть-чуть осталось. А вон там вон соль, смотри, в пакетиках. Да, да, сейчас сделаем. Сейчас. Сейчас сделаем, дайте, как говорится. Так, это сахар. Это, а что же, мы за дружбу. Салон красоты. Может, для лица маскать? Это вот этот салон красоты, наверное, который ты сегодня шиганул? Где нельзя срать даже, блядь. Отказали. И теперь идите к Сереге и срите в него, блядь. Да. Плохо мразь, блядь. Да, блядь, полгода назад. К ним обращался. Где-то тут? Вот через дорогу из парикмахерской. Идите к Сереге и срите. Так, подсластитель. А соли-то нет. Вон, посмотри, вон пакетики. Вон там лежат. Нет, там это криспи сахар. Это сахар только? Это сахар. Для кофе, да. А вон вот это кофе? Подсластитель, это кофе, да. А, да, это да. Кофе. Ну ничего, так, ладно. А может в холодильнике посмотри? Нет, в холодильнике мормышка. Или вместо соли? Нет, это мерзавчик. Мерзавчик. Да, мерзавчик. Так, сейчас. О, ну уже, видишь, берется. Густышка, как говорится. Просто помешивай, и все. Так. Надо бы их порезать, наверное. Да, надо бы, кстати, их порезать, чтобы они... Не, ну... Ну, так интереснее. Ну, по сути, они вообще, их нельзя трогать, они должны там впечататься, короче, в яйцо. А, чисто... Ну, у нас очень круглое будет. Ну, у нас просто очень глубоко, и надо, блядь, мешать, чтобы приготовилось. Так... Блин, ну, выглядит. Это мы отправляем. А, кстати, у тебя же вчера Огар просил еды заказать, Макс. Может, ему отправим порцию? Мне нравится, прием такой. Так, Максим, не сейчас. Ну что тебе надо? Ну что тебе надо? Да он спит просто, блядь. Он просто спит. Дон Симон, вы живы? Вот. Нет. Сюда. Да, сканда. О, яичко не запахло. Да, все, и соль. Блядь, ну, может, без соли это...
на старку, да? В смысле, он же натрий. Да, уточняй полное название. Дон Симон, вы будете есть? Сейчас, а вилочку можно? Ага, спасибо. Так, ща. Так, сосиски, а за сколько ты брал, в груди есть? Не-не-не, они нормальные. Это нормальные. Бля, и за 200 можно купить по скидке хорошую. Ну, вместо 400 бывает за 200. Так. Вязанки как? Вязанка нормальная тема. Ну, мне клинские нравятся больше. Клинские заебись, да. Мне еще нравятся сосиски и дрёна копоть. Чё, блин? Есть такие, да. Так, давайте. Они копчёненькие, вкусные. Я купил как-то себе, папа может, бля, такое дерьмо. Ну, мне не понравилось. Ну, это рядовая тема, блядь. Да? Так. Рома, ты будешь? Да. Топ-геймер, а вы посмотрите, нет, правильно? Да, я посмотрю. Слушай, действительно, надо было порезать, да, и сосиски не додумались. Да, нормально, нормально. Так, ну, давай я каждому по две тогда, потому что, так сказать. Слушай, тебе надо ее снять уже, а то слишком плохо. Не, я же ее выключил. Ну, все равно будет сама себя греть. А это яйца там, получается, они обволочены, да? Только как яйца. Камшот. Да. Да, да, да. Там только яйца и сардельки, все. Ну, сосиски, в смысле. Так, давай. Ага. Давай спрашивай, говорит, что с Дон Симоном? Он отдыхает. Серега сдалась. Так, сейчас баланды добавлю немножко. Баланды. Серьезные баланды. Бля, ну мне кажется, в тебе были бы рад будет такой баланс. Ну конечно. Да там так и делают, мне кажется. Нет, ты что? Повара. Нет, думаю. Дон Симон, вы сейчас будете пока горячее? Да. Пока горячее уж. И кастрюли все, да? А это что такое? Это не от нас? Нет, не от нас. Давай, только без соли. Нет, он сейчас увидит, охуеет. Давай, Серега. Давай, еще тарелочку. Он, знаешь, я подумал, что мы стояли, кидали их и попытались попасть. О, подожди, это что, соль? В натуре. Соль нашел. Да. Блядь, да там на одного. Охуеть. А у тебя увеличивать можно? Не, нельзя. Блядь. Жена. Сука. Ага, Марси. Баку. Ереван. Так. Ну давай. Сейчас. Дон Симон, полежите, пока сейчас мы еще это. Там уже на вас беспокоится, тебя спрашивают, что с Серегой. Да там чат нагретает. Может, тебе диван уже куда-то? Сейчас. Нет, пацаны, я здесь. Рухнешь? Тебе знаешь, что надо будет? Этот надувной матрас, знаешь, который просто надул и дома не спать. Как вариант. Вы что, горячий, да? Блядь. Да, блядь, надо салфетку тебе взять в руки. Ну ладно, похуй. Последнюю уже делаешь. Там есть большой, конечно. А, блядь. Болевой порог. Изучаем болевой порог Хикана. Хуёвый болевой порог. Запретение, блядь. Дорогие друзья, я приболел просто. Сильно? Нет. Чуть-чуть простыл? Да чуть, у меня бронхит, я же говорю, там чуть-чуть. Покрыло. Чё, тебе покусать? Ой, блядь, зря ты это туда кинул. Да. Ну, моя вот это будет. О, нихуя себе, блядь. Подгоночка. Спасибо, блядь. Аккуратнее фиксируйся. Стол единственный. Ёп. Держи. Аккуратно. Опа. Упали. Покажи, Серёг. Так, ну что, разбирайте, дамы и господа.
Ну, мне крайнюю левую. Я забил ее на столе, которая. Вот это, Семен, моя. Ну, как, Серег, скажи что-нибудь. Ну, что-нибудь остренького, блядь. А у нас ни соли, ни перца, блядь. А, ёб твою. Да, держи. Бля, можешь на стол, пожалуйста, положить? Нет, надо чего-то остренького. Остренькое? Да. Что у нас есть? У нас нихуя, если честно, нет. Ну, в целом, как тебе, Серег? Ну, вкусненькое? Угу. Это Хикан сделал, прикинь? Угу. В тазе большом. О, перец есть. Давай. Нет, давай что-нибудь. Да, перчик. Перчик, перчик. Можно. Острый козырьков не хватает. Сейчас, блядь, нахуй, блядь. Что дверь открыта-то? Да, потому что это, яйцо нечаянно упало на плитку. Я раз покорил, нахуй. Не, ну все нормально. Я сейчас въебу, нахуй, бля. Сейчас. В плане? Выпить, что ли? Да нет, сейчас. Козырьков. Давай, дорогие господа, давайте подведем итог. Я знаю, просто топ-геймер, он любит эстетику в блюдах. И если оно красивое, тогда топ-геймер будет. Я знаю, особенно я вспомнил, вы ели Дорадо в этом, в столовой. А, все, я вспомнил, что за столовка. Все, все, да. все. Та самая. Так что я знаю вкус топ-геймера. Она. Дон Симон, ну, в принципе, я вижу, что вам так в теории зашло, но сейчас просто Дон Симон, как говорится, наелся и спил. Так точно. Сейчас давайте послушаем. Сергей, отлично выглядите. Расскажите, в чем ваш секрет? Бояру каждое утро. Каждое утро по бояре. И выглядит нормально. Ладно, не будем. Так вот, Роман, давайте подведем оттока. Я вообще хотел попробовать пару кусочков. Ну, кусочек омлетика и кусочек сосиски. Но моя тарелка пуста. Настолько мне понравилось. Но это довольно-таки, как говорится, просто и вкусно. Просто сердиться. Ну, это омлет с сосиской, грубо говоря. Сёма, я рад, дорогие друзья. Всем спасибо, что посмотрели. Никому не рекомендую такое делать. Особенно на клеёнке и на такой. Да, ребят, будьте счастливы. И аккуратно открывайте упаковку яиц. Да, торчу Дону Симону эту электричку. Так что берегите себя и не болейте. Будьте счастливы, дорогие друзья. Сёмки, лавки, покусики. Как всегда, ставьте классы и подписывайтесь на этот канал. Обнял вас. Кирилл, спроси Сергея, когда он навестит могилы пацанов Паши и Косточкина и Сальвестра. На Вананьковском, когда к пацанам. На Вагайковском? Нет, на Хлорковском. Придет время. Навести. Вечная память.